Нечистоты охватили улицу Воровского. В воде десятки домов. Местные жители обратились в редакцию телеканала «Омск ТВ» за помощью. Постоянно топят нас СНТ. То есть в частном случае «Локомотив», потому что они не поменяли трубы. Остальные более-менее как бы сейчас этой проблемой занимаются. И начали прокидывать пластиковые трубы, потому что эти трубы уже пришли в негодность. За дорогой постоянное болото. В этом году, так как дожди, то есть топят намного больше. Амичи вынуждены просыпаться по ночам, чтобы контролировать уровень воды в доме. Подтопление необходимо сразу устранять. Взяли насос в аренду, качаем воду. Уже откачали, все ушло, вот опять пришла. Вот вчера на скорую руку оторвал кусок ветки и заколотил. СНТ так и не реагирует. Все пухи. Все, походу уже и ветка не поможет. Вот он, кусок ветки. Вода хлещет. И этот прорыв далеко не первый. Вся труба вдоль улицы Воровского в заплатках. Такой ремонт – дело рук местных жителей. О, между 11 и 12 электровозный. Уже раз ручеек от труб. Два ручеек, три ручеек. А вот она, первая труба. Ну, вызываем водооткачки. То есть откачиваем, вода опять поступает. То есть за ночь она, за день хорошо набегает, пропитывается, приходит вся сюда, в дом. Ну, ей просто некуда деваться. Да, некуда деваться, тоже растрата очень больших денег получается. По два раза вызываем в день бочку, чтобы откачать, она все равно появляется. Устраняется тогда, когда нету воды. В этом году летний сезон дождливее предыдущих. Вода здесь затопила буквально все. На жалобы амичей отреагировали в мэрии. Администрации округа в адрес садоводческого некоммерческого товарищества «Локомотив» направлено уведомление о необходимости ремонта летнего водопровода, находящегося на территории товарищества. Очевидно, ремонтом должно заниматься СНТ «Локомотив». Мы попытались связаться с представителями, чтобы узнать, когда же они примутся за дело. Оперативного ответа не получили.